приходом нового времени года мы открываем свой гардероб, и, к сожалению, открытие не всегда радостно. Что-то уже вышло из моды, что-то не подходит нам по размеру, а что-то мы просто не носили. «Философия стиля» — это проект о том, как создать свой собственный неповторимый имидж, соответствующий не только последним тенденциям моды, но и хорошему вкусу. Люди с хорошим вкусом никогда не бросаются в глаза, потому что, скажем, одежда – это всего лишь рамка, не рама, а рамка. И чем более эта одежда гармонична с человеком, тем менее она бросается в глаза. Сам человек должен быть виден прежде всего. В определенном пятизвездочном отеле «Престоль» удалось соединить лучшие традиции гостеприимства с духом вольного города и неповторимым шармом южной столицы. Во время реконструкции была сохранена уникальная архитектура и аутентичный дух отеля, история которого началась в конце 19 века. Отель «Бристоль» — пятизвездочный отель в Одессе, который недавно был полностью реконструирован и обновлен. Со своей богатой и красивой историей он ожидает как высокопоставленных гостей с высокими требованиями, так и простых посетителей. High profiles, high standards, as well as regular visitors to Odessa. Мы вас ждем. Магазин «Император» представляет такие марки, как Донна Карен, Джон Варватас, Шарлотта Олимпия и Маурицио Пикарара. В бутике «Император» вы сможете стать обладательницей нарядов на все случаи жизни. Будь там стиль casual, деловая встреча, вечеринка в клубе или рандеву в отеле. Оригинальность вашему образу придадут большие, яркие и очень стильные браслеты, цепочки и колье, которые вы также сможете найти здесь. Создание стильного образа, на мой взгляд, это создание гармонии, чтобы была гармония между внутренним миром и внешним миром человека. Первоначальная задача – создать такой комфорт, такую ауру вокруг человека, чтобы мог расслабиться его внутренний, и он выпустил свой внутренний мир. И при помощи аксессуаров и одежды донести это до окружающих. Основа мужского гардероба – классический, в меру консервативный и официальный костюм, который сигнализирует вашим сотрудникам и партнерам о вашей стабильности и серьезности деловых намерений. Костюмер – это магазин, где вы сможете одеться на любой случай жизни, естественно, если вы любитель классической одежды. В бутике «Костюмер» представлен широкий ассортимент мужских деловых костюмов, которые будут на вас не только отлично сидеть, но и потрясающе выглядеть. Магазин представляет классику, а также новое видение классики, прочтение ее различными марками, более усовершенствованную, более модную. В этом сезоне в бутиках Go Scarpa представлено очень много интересных моделей. Шикарные изящные туфельки, ботильоны, модные полусапожки, интересные сапоги. Здесь есть абсолютно все, от классики до авангарда. Бутики Go Scarpa представляют лучшие итальянские и французские бренды лакшери-сегмента. Это Ази Динала, Александр Маквин, Барбара Буй, Мейсон Мартин Марджелла, Костюм Нэшнл, Аперлай. Все они абсолютно разные по своему стилю и концепции. Являются трендсеттерами, что, безусловно, удовлетворит даже самый изысканный вкус. Говоря о тенденциях этого сезона, мы имеем в виду цвета беж, нуд, даже яркие, сочные оттенки в
сочетании с неожиданными фактурами. Если мы говорим о фактурах, мы говорим крокодил, пони, питон, замша. В женских коллекциях лидируют каблуки. В любом случае, мода – это философия. Каждый дизайнер несет ее через свои коллекции. Поэтому то, как мы выглядим, это некий посыл, который мы несем в окружающий мир. Mercedes Brands Accessories представляет множество красивых и полезных вещей, широкий ассортимент одежды и аксессуаров для всех случаев жизни. Аксессуары Mercedes-Benz гениально просты, но в то же время отличаются неповторимым дизайном и качеством материала. Они лучше любых слов подчеркнут статус своего владельца. Это особый стиль жизни, четко сформированный образ делового успеха, жизненной устойчивости, элегантности и аристократизма. Ювелирный бренд Roberto Bravo выразил свой протест стандартизацией путем создания разнообразных стилей и дизайнов ювелирных изделий, отражая свежие направления новаторских идей и умело сочетая их с ювелирной классикой. Roberto Bravo – это бренд с мировым именем, и мастера этого ювелирного дома определяют мировые тенденции в ювелирном искусстве. Очень популярны на нашем украинском рынке такие коллекции, как Ноев ковчег, королевские бабочки, зимнее солнце. Избегая традиционного направления тяжелых форм дизайна, Roberto Bravo создал свой собственный стиль, в котором каждый найдет что-то особенное для себя. Украшения Roberto Bravo выгодно подчеркнут ваш стиль, вашу элегантность. Они эпатажные, они стильные. Тот, кто не приемлет монотонность жизни, кто хочет быть всегда впереди, наше украшение для вас. Волосы, которые выглядят одновременно небрежно и шикарно, эту особую технику изобрел самый известный из итальянских парикмахеров Альдо Коппола. Одна из самых главных особенностей этого стиля – большое разнообразие эксклюзивных процедур для волос. В сентябре 2011 года в пятизвездочном отеле «Бристоль» состоялось открытие второго центра красоты Альдо Коппола. Салон имеет неповторимый облик, отражает философию стиля итальянского мастера. Альдо Коппола – это новая философия красоты, естественно, элегантный образ, максимально раскрывающий индивидуальность каждого клиента. Я с большой иронией отношусь к тем, кто следует моде, потому что мода – это стандарты. Если это свободно мыслящий человек, то он никогда не будет подчиняться арабским стандартам. Чтобы не ошибиться в своем выборе, мы будем руководствоваться правилом известного украинского имиджмейкера Георгия Монахова. Правило 3С – это сообразность, сообразность и соразмерность. Сообразность ситуации – сообразность, то есть набор всех образов в гармонии, скажем, прическа, одежда, там, обувь, аромат и так далее. Это сообразность, сочетание образов и учет индивидуальности его. Вот когда эти три слагаемых есть в человеке, он их учитывает, тогда можем сказать, что он стильный. Casual – это стиль, в котором главный акцент делается на удобство, функциональность и комфорт. Седаны Mercedes E-класса вполне соответствуют этому стилю. Существует множество разновидностей стиля casual. Это бизнес, спорт и так называемый smart casual. Мы решили остановить свой выбор на мужском бизнес casual. В женском варианте мы выбрали casual luxe.
Ну, сейчас мы приступаем к образу casual. Мы сделаем легкий макияж, дневной, повседневный, ненавязчивый. Используя технику нанесения макияжа аэрографа, это абсолютно новая техника для Украины. В Одессе такой техникой работаем в данный момент только мы. Она очень интересна, так как делает эффект абсолютно идеального лица. То есть нет нагромождения косметики, все очень в меру, тонко, выразительно и красиво. Что касается прически в стиле casual, мы сделаем вички плетения. Они в этом сезоне очень актуальны. Самое главное, чтобы они были свободны и ненавязчивы. Для образа casual мы выбрали пальто от лондонского дизайнера Джулиан Макдональд. Брюки от Маурицио Пикарары. Ярким акцентом стала водолазка от Эмилио Пуччи. Сумки Street Look представлены эксклюзивно в нашем бутике от украинского дизайнера Марины Репневской. Это casual look. В нем хозяин чувствует себя очень комфортно, расслабленно. Это подчеркнуто слегка примятым шарфиком. То есть сам коричневый цвет он располагает к такой домашней расслабленной обстановке. Слегка подкатанные рукава – это все-таки такое тоже претензия на необычность, может быть. Обратите внимание, слегка приталенный силуэт, да, если хозяин застегивает свой пиджак, зауженные брюки – это то, что сейчас очень востребовано нашими модниками, поклонниками итальянской моды. Желая быть творцом собственного имиджа, необходимо помнить о том, что непременным слагаемым нашего образа и того впечатления, которое мы производим, является наш аромат. В наш проект мы пригласили известного парфюмера-стилиста Елену Богомазову с тем, чтобы под каждый созданный нами образ она подобрала определенные духи. Аромат, как квинтэссенция стиля, начальной нотой нашей коллекции будет самый драйвовый, самый динамичный стиль casual. Этому образу, как нельзя больше, подходит великолепный аромат Джеффри Нежман, который всем своим названием «Ля спортив» свидетельствует о своей спортивной натуре. В качестве обрамления для столь юного и волшебного женского образа мы подобрали аромат той же потрясающей коллекции парфюм Смекалев, аромат Принтан, аромат Весна, аромат Полет с яркими, чувственными, розовыми, прозрачными ягодными нотами. Следующий образ у нас уже деловой. Для этого образа волосы мы собираем, так как все-таки девушке нужно на работу бегать по делам, спешить,
но выглядеть при этом всегда красиво. Поэтому такая вот прическа, как бы легкая, дышащая, но тем самым собранная, не будет ей мешать, но очень красиво и эффектно смотреться на протяжении всего дня. Что касается макияжа, мы слегка выделили глаза чуть-чуть больше, чтобы девушка поярче была, сделали акцент на губы. Это стандартный классический образ, но, естественно, с современным взглядом современной моды. Шанелевская лапка, она дает такой все-таки намек на то, что хозяин этого галстука любит моду, и даже в деловой атмосфере он все-таки слегка придерживается. Хотя сам по себе галстук достаточно выдержан в деловой традиции. Манжеты на 2 сантиметра выпущены, то есть подчеркивает такую как бы свежесть и опрятность молодого человека. Для образа деловой леди мы выбрали костюм от Донны Карен, потому что именно этот бренд характеризует на сегодняшний день образ молодой деловой леди. Итак, для деловой дамы аромат от парфюмерного дома «Парфюм Смекалев». Аромат «Ананда». Женщина сохраняет себя в любой ипостаси, и утром, и в обед, и вечером. Она всегда привыкла быть первой, побеждающей, волшебной, успешной деловой леди. Насыщенный, стойкий, деловой и уверенный. Вот каким должен быть настоящий деловой, повседневный аромат мужчины. Мужчины, чья жизнь полностью подвержена графику, но при этом он хочет оставаться совершенно неотразимым в любое время суток. Итак, вашему вниманию представляю аромат парфюмерного дома Лоренцо Виллорези, аромат «Ома». Вечернего образа мы сделаем акцент на глаза, они должны быть у нас более выразительными, яркими на вечер, поэтому я выполнила такой макияж Smokey Eyes. Что касается прически, мы ее сделаем такой вечерне-коктейльный вариант, она у нас будет легкая, волны плавно переходящие в каре. Это под вечерний образ, под платье. Будет очень интересно, выигрышно смотреться. Сегодня для вечернего образа я выбрала платье лос-анджелесского бренда Single. Сейчас этот бренд находится на пике популярности среди лос-анджелесских селебрити. С ботильонами французского дизайнера Aulaia. И часы марки Ecaret, также принадлежащие американскому бренду, стали прекрасным дополнением к этому образу. Перед вами вечерний образ, новое прочтение смокинга.
Это опять же приталенный силуэт, заложенные брюки, лацканы и заложенный слегка рукав. За счет этого получается такой более современный силуэт и видение смокинга. Вечернее настроение задает кушак и бабочка. Бабочка, хочу обратить внимание, бабочка завязываемая. В этом есть свой определенный шик. Специалисты видят сразу завязываемую бабочку, потому что она слегка такая несимметричной формы. И еще есть определенный шик в этом, потому что после определенного мероприятия ее можно слегка, допустим, развязать. Вот. И выглядеть немножко таким вальяжным, таким мэном, скажем так. Гаснет пожар зари, утекают страсти делового дня, и на первый план выходят две волшебные скульптуры. Женщина и мужчина. Для нее это будет волшебство османтуса, розы и ланги-ланга, заключенное в волшебный красный хрусталь Лоренцо Виларези. Его образ, безусловно, окутан ароматом восточных смол, и это аромат гаяк от парфюмерного дома «Парфюмс Микалев». Стильность неуловима, однако все люди стильные от рождения. Все сводится на самом деле к уверенности в своем внешнем виде. Роскошный или минималистичный, пышный или аристократичный, стиль – это то, что, очевидно, находится в нас самих. И задача стилиста или имиджмейкера – выявить ту самую изюминку, которая заложена в человеке, и подчеркнуть ее. Ну а одежда – это лакмусовая бумажка, наверное, и мировоззренческих позиций, и интеллекта человека. Не менее важное, чем вербальный имидж или язык жестов телодвижений. Гостья нашей сегодняшней программы Эльвира согласилась поучаствовать в необычном творческом эксперименте и воплотиться в образ прекрасной нежной женщины-феи из прошлых веков. А вдохновением для этого послужили платья от итальянского дизайнера Маурицио Пикарары, колье феи от Роберто Браво и президентский люкс отеля «Бристоль», выполненный в стиле барокко. Тема стиля и игры с образами для меня является очень интересной и актуальной. Благодаря увлечению модой, а также большому количеству нарядов, и возникла идея создания первой студии гардеробных комнат в Одессе. И ею стала секретница, которой я руковожу. Теперь любая модница сможет разместить с неизменным комфортом каждый элемент своего образа по полочкам. Тема сегодняшнего эксперимента для меня была неожиданна, но подарила очень много приятных впечатлений. Апартаменты, в которых я находилась, играли и дарили некую такую атмосферу средневековья. Мой наряд соответствовал ему. Струящийся шелк лишь подчеркивал элегантность и белизну кожи. Украшения лишь подчеркнули образ феи. Локоны и подчеркнутые глаза завершили мой феерический образ. Данный образ у нас вечерний, и в свою очередь я сделала вечерний насыщенный макияж. У нас все-таки вечер, и девушка должна выделяться, быть красивой, привлекательной, как темные глаза это очень удачно подчеркивают. Что касается прически, ну такой получился стиль а-ля Голливуд, локоны легкие с неспадающей волной. Что сейчас тоже очень интересно смотрится.
Вот такой вот получился образ, в котором, я думаю, девушка будет чувствовать себя уверенно очень, так как взгляды от нее будет просто невозможно отвести. Последняя остановка нашего ароматного путешествия – это создание нежного, неповторимого и волшебного ароматного образа нашей главной героини – Иперборея Лоренцо Вилларези. Волшебный образ обворожительной музы, живущей на кончике ресниц каждой мечтающей барышни.